Ну что, мой шок в шоке. Вы видели последнее интервью, одно из последних интервью Зеленского, вот когда уже вчера буквально Палестина напала на Израиль. Вы видели, что президент Украины вообще нес? Знаете что? Ну, попробую его процитировать. Вы можете в общем доступном формате посмотреть все его интервью. Значит, что Владимир Зеленский, президент Украины, сказал? Больше не будет такой либеральной европейской Украины, которую мы хотели, а будет большой Израиль. Будет большой Израиль. Это слова президента Украины. Вы просто вдумайтесь в это. Отсюда у меня вопрос. А за что гибли ребята, украинцы? За что сражались люди? Я просто, ну как, такое можно нести в СМИ? А что делать всем остальным людям? А что делать мамам, родителям, женам, детям, которые остались без своих пап, которые в тупую из-за тебя погибли? А сейчас ты выступаешь и говорит, что такой Украины, как мы хотели, либеральной и европейской, уже не будет, а будет большой Израиль. Вы только просто космос. Я взлетел в космос. Выйдите, я выйду с этой планеты. Остановите эту планету. Я выйду отсюда. Ну. Ну и почитав интервью Киллари Клинтон, да. Ну, у меня вот картинка уже становится на место. Это ёбаный большой театр. Это шахматная доска. А все мы, блядь, мы пешки. Понимаете? А Украина это тем более, украинский народ. Это просто. Это просто. Это большая катастрофа. Вы попали в водоворот обмана. Обмана, геноцида и издевательств. Вот так. Причем я это, блядь, предупреждал, говорил. Маленький процент людей мне верил. Маленький.